Здравствуйте, вот наконец расцвела моя шалашиста, раскрылись все бутончики. Я должна сказать, что с одного цветоноса три бутончика она засушила. Но я думаю, что это моя вина, потому что я стала искать всякие сведения об этом растении, как оно, какой уход за ним, вернее, во время цветения. Я опять же пытаюсь наладить свет, простите. Я сказала, что несколько видео будут немного некачественными, пока я не научусь пользоваться светом. Я сказала, что я виновата в том, что она отсушила бутоны. Почему? Я начиталась всяких форумов, что шалашисту в момент цветения нужно уменьшать ей полив. В общем, я поливала ее опять же каждый день. Но меньше минут, допустим, опускала всего на 5 минут или на 10 и вынимала. И вот результат, что потеряли 3 бутона. И еще что я изменила, я очень сильно уменьшила дозу недельного удобрения. Вот я не знаю, что из этого сыграло роль. Она пахнет, но пахнет слегка, абсолютно слегка, хотя, может быть, там все запахи забивает запах ренхасилиса. Запах такой же, вот немножко перечный. Цветочки очень такие нежные, красивые. Вот такая она. Здесь показывает ее более желтой камеры, но она зеленоватая. Я попробую сделать фотографию. На фотографии лучше видно. Если вы видите, здесь еще два цветоноса. Они продолжают расти, поэтому я даю немного все-таки удобрений. В принципе, я довольна растением. Оно расцвело. Очень быстро, очень легко. Цветы нежные, красивые. Здесь вот более желтым кажется. Ну, я попробую показать. Вот такая вот шалашиста в полном расцвете. Фотографии я обязательно выложу. Это шалашиста Люнифер. Почему я сказала, что я разочаровалась? Потому что есть шалашиста красного цвета, а есть вот такого зеленоватого. Он мне попал зеленоватое. Это значит, что нужно красную. Ну, разумеется, уже другую шалашисту. Спасибо. Если вам понравилась шалашиста, ставьте ей лайк. Если появились вопросы, подписывайтесь на мой канал. Отвечу с удовольствием.